Из наших погибли там. Осторожнее с бледными поганками, что растут в долине. Есть их нельзя, но яд из них получается отличный. Спасибо, спасибо за хороший совет. Всем привет, дорогие подписчики канала Umbrella Tech Incorporated. На связи Вескер. И мы продолжаем. Спасибо, Вебка. И мы продолжаем проходить Tomb Raider, Rise of Tomb Raider, Lara Croft, Восхождение или Восстание, Расхитительница гробниц, в зависимости от того, какой смысл вы вкладываете в слово Rise. Ну, а мы сейчас с вами до залутаем всю территорию Бабы-Яги, как вы помните, в прошлый раз, в прекрасном эпизоде, где мы сражались с Ягой, где мы ее жарили на открытом химическом огне, и который в дальнейшем мы устроили ей «давай поженимся» на старике местного племени. Ну нет, а чего? Женщина столько лет трудилась, строила фабрику химикатов и думала, что ее супруг погиб. А тут мы устроили ей и «жди меня, и давай поженимся в одном лице». Ну ладно, ладно, как говорится, смехом, а надо делать дела. Поэтому, ребят, нравится наше видео? Поддержи лайком, напиши комментарий, буду очень признателен. Ну и, конечно же, ребят, отдельно не могу сказать спасибо всем, кто пишет нам комментарии. И, как вы знаете, у нас есть такая традиция на нашем канале. Ну, она у нас формально всегда была, но не было времени как-то к ней возвращаться. Но так уж случилось, что повод есть. Тем более мы проходим как раз-таки саму Лару Крофт. Поэтому, как видите, я буду зачитывать ваши комментарии к ней. То есть самый свежий комментарий на момент записи видео. И сегодняшний комментарий у нас от Стэнда. Он как раз 21 минут назад написал его. Стэн пишет: начал смотреть данное прохождение. Не играл в эту часть, в отличие от прошлой. Будет интересно. Качество стало значительно лучше. В прошлом прохождении, имеется просто Tomb Raider 15 года, он имеет в виду, были зависания. Тут их не заметил. Кирилл, то есть Вескер, спасибо за контент. Стэн, спасибо за комментарий. По поводу зависаний Tomb Raider 13 года, которая была, не 13 года, когда бы ее выпускали, а когда она была, сама игра 13 года просто выпуска. Предыдущий Tomb Raider, это событие на Яматау, там зависания, я понял, из-за чего они возникали. Дело в том, что YouTube сжимал очень высококачественные видео чуть ли не вдвое. Из-за чего они и возникали, эти фризы, ребят. То есть я записывал в 60 FPS на 1080 разрешение, да и причем в высоком качестве. То есть, когда я проходил игру с Яматаем, вообще не было у меня на экране зависания, у меня все фиксировалось идеально, и видео тоже. А когда я это уже дело пускал потом в монтаж и загружал на YouTube, YouTube его сжимал вдвое. То есть объем, он уменьшал количество кадров, из-за чего и происходили зависания. Я эту фигню понял уже, наверное, на последнем эпизоде, потому что он был самый такой большой, самый такой тяжелый, но он уже был заготов и записан, его я никак уже не переделал бы. И я, изучив все моменты вот с Tomb Raider, такой тяжелой версии все-таки она как сама по себе уже, я понял, как это можно упростить так, чтобы YouTube не жрал вот Rise of Tomb Raider. То есть я... Кстати, если вы будете записывать все-таки Rise of Tomb Raider, вы начинающий стример или ютубер, рекомендую размер видео снизить до параметра 720. Если у вас есть аппаратное ускорение, снизьте до его самого минимального, но не выключайте. Если у вас есть аппаратное ускорение в вашей программе, ее лучше выключите. Это так, такой лайфхак от меня, человека опытного на ютубе уже. Хотя мы еще, конечно, не канал-миллионник.
не Мистер Бис, не PewDiePie, но мы к этому стремимся, потому что наша цель — приносить людям счастье и радость, которая продлевает жизнь всем. Это бесплатно, а главное — полезно. Что ж, ну ладно. На комментарий ответил. Так что, ребят, у вас есть отличный повод писать комментарий. Ну а я вебку выключаю и пошли лутать. Долутывать. И начнем с той загадки, на которой остановились. Так. Так, геймсерчик, ты как у меня? Так. О! Ой, геймсер, геймсерыч. Ой, геймсер, геймсерыч, ну что ты так? Свои же люди, вот свои же. Так, вот так, наверное, получше будет. Так. Давай. Давай, геймсер. Я вижу, что ты подключенный. Ты... Во. Все. У меня просто сейчас случилась такая фигня, ребят. Так, ты можешь взять? Возьми вот это. Да. У меня сейчас, знаете, просто какая сейчас фигня дополнительная случилась. Да я уже помню это, Надь, я помню. У меня просто, знаешь, сейчас какая фигня случилась? Я включил его в адаптер. У меня просто USB хаб есть. А он почему-то взял другую настройку. Я не знаю, как это работает, но это как-то работает. Так, ладно. Давайте сейчас мы колюш внизу. Колюш мы с вами внизу. Где это? А, вот. Прямо так рядом. Где? А, произошел мятеж. Здрасте. Взрыв бомбы. Местные враги моих врагов подняли восстание, как мы мечтали когда-то. Иван и наша дочь могли бы оказаться на свободе, но они мертвы, убиты теми единственными, кто мог нас спасти. В долине красные трусы уверяют меня, что лагерь уничтожен, что нам остается лишь ждать спасения. Они говорят, что защитят меня, но сами боятся собственной тени. К тому же у нас почти не осталось припасов. Никто нас не спасет. Я выживу. А вот мои тюремщики — нет. В конце концов, главное — это выживание. Они суеверны. Я добавила пыльцу в их еду. И как только их тела превратятся в вялые оболочки, а из глаз потекут слезы безумия, я покажу им свое новое лицо. Я стану той, кем их пугали еще в детстве. Бабой-ягой, бабушкой-змеей. Ведьмой. Они умрут, визжа от ужаса. Хотя заслуживают они куда худшего. Они лишили меня свободы, но я выживу и буду жить одна в тенях, пока смерть не воссоединит меня с Иваном и моей дочкой. Ну, учитывая статус мисс Крофт, по сути, смерть вас уже объединила. Нет, ну а что, мы реально объединили их, вернули. Ну, с дочкой навряд ли, не знаю, может, конечно, дочка и жива. А с внучкой точно. Ой, и русский прокачали. Кстати, мы теперь, наверное, можем найти еще парочку тайников с византийскими монетами. Если бы они... А почему здесь дверь не открыта? Непорядок. Так. Надо туда. Там просто проход есть, я так понимаю. Надо открывать проходы. То непорядок выходит какой-то. Или они автоматически закрылись. Да, они автоматически закрылись. Это, видимо, из-за того, что я в прошлый раз помер. Ну ладно, не страшно. Главное, мы знаем, как их открывать, а это самое главное. Давай, бери, у нас пистолетных не так много. Так, там тоже сейчас откроем. Так, открыли. Меня любопытно только одно. Что стало с теми парнями, которых эта ведьма околдовала? Нет, реально любопытно. Она что же с ними же сделала тоже ведь? Не по доброй же воле они пошли к ней на службу.
Так, дальше смотрим. Где находится вот это? Я же был там в прошлый раз. Я что, не увидел этого? О, веско, веско, веско. Теряешь хватку. Как я могу упустить целый документ? Быть того не может. Не верю. Ну ладно. Я не репетур, поэтому могу и поверить. Тем более игра вроде нас пока еще не надувала. Что меня радует. Ну если не брать в расчет Сирию. Вы помните Сирию? Что было в Сирии? Я помню, что было в Сирии. Я прекрасно помню наш сирийский опыт. Ой, да уж. Давай, Лара, не смеши меня, ты можешь спокойно, давай. Вот. Чего она не может сразу упереться? В чем смысл тогда этих прыжков? Если она не может упереться в любом случае. А, кстати, может, туда и надо. Сейчас проедемся, мне сам нужно на ту платформу. Так что сразу и проедемся. Так, спуск вон туда будет на следующем этаже. Я просто хочу здесь сначала еще открыть все необходимое. Все вот эти вот боковины. А, подождите, это не здесь. Мне надо выше. А, вот. Нет, тут нет. А, это там лестница наверх. Она с верхнего этажа. То есть мне в любом случае наверх надо. Кстати, у меня появилась идейка по поводу вот этого. Я думал и придумал одну интересную штуковину. Давайте сразу, наверное, ее и реализуем. Как вы поняли в прошлый раз, здесь есть так называемый грудный канатик. Если я, в теории, если я сейчас его прикручу и проедусь, получится что-нибудь? Мне любопытно. Нет! А. Ладно, не работает. Она не хочет нормально залезать. Но здесь нет смысла, поскольку вот по этой дороге я уже пробовал. Здесь лучше именно по верхнему пути. Так. Так, это съезд. Так. Ждем. Я слишком рано нажал. Кстати, можно зато посчитать, сколько уходит. Давай, давай, давай. Поторопился. Поторопился. Ну ладно, сам виноват. Поспешил, людей насмешил. Так. Нам вот сюда. Давай, давай, Лара. Сейчас все достанем, сейчас все достанем. Ну просто реально здесь интересная сюжетная подыстория у этой Бабы-Яги. Мне она тоже очень интересна и уверен, что и вам тоже, ребят. Может быть, если бы сюда можно было какой-нибудь камень скинуть, это было бы куда удобнее. Хотя есть, знаете, вариант спрыгнуть просто в воду, доплыть сюда. Кстати, а вариант-то рабочий. Если уж надо... Ладно, давайте сейчас заодно заберем тогда документ, потом уже по нижним этажам. Давай, забирайся.
Так, вот здесь заход должен быть. Так, аккуратно, здесь главное не упасть. Давай, залезай. Мне радует, что она сейчас нормально цепляется. То были случаи, что она не цеплялась вовсе, а просто спрыгивала, это бесило. Вот здесь. Но она внизу. А нам вон туда надо, да? Нет, не сюда. А куда? Здесь, получается, где-то проход должен быть. Так. Но это проход в другую секцию. Подождите. Здесь должен быть спуск, насколько я помню. Тут где-то должен был быть недалеко, вот прямо на этом подуровне. Спуск, ведущий вниз. Не помню только где. Мы же забирали, там был какой-то материал. Можно, конечно, сейчас рискнуть и прыгнуть. Так. Вероятность, конечно, что мы куда-то так быстро вот доедем, маловероятна. Может, где-то здесь заход сбоку есть, как вариант. Так. Давайте здесь осмотримся. Вот тут аварийный тайник. Я туда спускался как-то сбоку. И рядом с этим тайником... возьмем. И рядом с тайником находилась еще и рукопись. Но я там был, но рукопись почему-то не взялась. Видите, она еще лежит там. А при чем здесь? Если бы можно было бы здесь веревку как-то прикрепить и проехаться на ней, это было бы еще польза. Итак. Ой, не сюда. Ребят, извиняюсь, что вот так вырываюсь в серединке. В общем, есть беда одна. Даже не одна, а две. Соль в чем? Я не могу добраться до этого документа. Я знаю путь, я знаю способ, но у меня не выходит. Как и вот до этого тоже. То есть, может есть какой-то обходной путь, может есть что-то еще. Я не знаю пока что. Я пока что не знаю. Я пересмотрю, наверное, наш предыдущий эпизод, пока буду в обеденной работе. И, может быть, вспомню, как вот хотя бы вот до сюда добраться. И заодно вдохновлюсь еще раз попасть сюда. В общем, мы как будем с вами делать? Мы будем пытаться доставить эти документы, но через эпизод. Хорошо? А сейчас пока с вами походим, попробую подобывать что-нибудь... еще, к примеру, вот этот. Вот этот документ здесь валяется. Как он там валяется, непонятно. То есть, где он находится, он где-то вон там внизу. Давайте сходим, посмотрим. Да, пусть кружится, нет что. Здесь зато целый коридор. Здрасте, приехали. Я приостановил все работы по возведению храма и приказал строителям готовиться к возвращению. Надо было уехать несколько недель назад и попросить совета у мудрецов нашего города. Вспышки насилия происходят все чаще. Поначалу их было немного, и я списывал их на нервное возбуждение, стремление преуспеть. Но теперь невозможно отрицать, что в долине кроется какое-то зло. Оно питается нашими худшими качествами, дает волю нечестивым мыслям.
Вчера молодой каменщик рассказал мне, что леса обрушились, сведя на нет плоды многодневного труда. Я снова пришел в себя, только когда мой помощник уже оттаскивал меня от каменщика. Он лежал без сознания, в крови. Когда я мыл руки, то увидел обломок зуба, впившийся мне в костяшку. Я больше не узнаю себя. Пришло время уехать. Ну, понятное дело, галлюциногены везде вокруг. Кстати, греческий прокачали. Но это тупиковая зона, это тупик. Вот тут мы потом... А, может, вот здесь есть какой-то проход? Нет. Ладно, забрали вот этот документ. Хорошо, черт с ним теперь. Я спокоен, я рад, я счастлив. Здесь прохода нет. Ладно. Идемте заберем тогда те, что находятся снаружи. Надь, тебе как дела? Подумала, пусть еще побудут наедине, пока я осматриваюсь. Ага. Я выключила последний котел. Теперь можешь осмотреться без... Ну, это... Без сумасшествия. О, хорошо. Невероятное место. Я бы тоже осталась здесь жить. Она жила здесь. Совсем близко от нас. Все это время. Да. Ты знала, да? Теперь все кажется таким очевидным. Ну, я человек науки. Я смотрю здесь еще что-то. Соберу что-нибудь из ее вещей, захвачу в деревню. Спасибо, Лара. Скоро увидимся. Да не за что. Давайте сразу сюда. Дедушка и бабушка Нади, разлученные лагерем, снова вместе. Их ждет долгий и трудный путь. Серафима столько лет носила маску ведьмы. Не знаю, сможет ли она вернуться к нормальной жизни. А Иван мечтал убить ведьму, чтобы отомстить за смерть любимой. Они оказались одним и тем же человеком. Эта рана кровоточила годами и за ночь не излечится. Они стоят на краю пропасти. Там же, где и мы все. Я знаю, порой им будет тяжело, даже невыносимо. Но теперь, когда открылась правда, они хотя бы могут побороться. Этого может и не хватить, но для начала вполне достаточно. Полностью согласен. Так, давайте с вами определимся. У нас с вами целых два очка навыка прекрасных. Бесшумное приземление. Толку 0. Адреналин. Сразу после совершения бесшумного убийства вы откровенно получаете получаете пониженный урон от удара врагов. Это, конечно, хорошо. Железная шкура. Меньше урона. Это вообще прямо сейчас надо. Да, в последнее время. Биц-эксперт. Синдействующее средство. У вас ненадолго возрастает защита от урона. Ну, вот это, кстати, надобно, но бесполезно. А вот что сейчас реально? Искусство выживания. Находите больше искусственных и ремесленных ресурсов. Это поможет мне экономить. Знаток пистолетов, знаток лука. Повышает количество целей до 3. Стальные нервы. Падальщик. Толку 0. Выживание. Эксперт-подрывник. Нет смысла. Пули со экспансивные пули получается. Повышенный урон хорошо. Стрел с ядовитым газом. Увеличивает размер длительности существования. Отравляющего облака, упускаемого стрелой с ядом. Интуиция. Инстинкт выживания. Обнаружит находящийся поблизости реликвии. Документ. Беру. Вот это мне прямо реально надо. Боевые нет смысла, но все остальное, чем Лара владеет, это нам очень сильно поможет. Они поместили меня с другими заключенными. Я видел в их глазах ненависть, но я их не винил. Для них я был лишь еще одним садистом и мучителем. Я не рассказал им о том, что пытался сделать. Этого все равно было мало. Когда поднялось восстание, я был готов. Заключенные из местных, привезенные из этой самой деревни, содержались отдельно от русских. Они знали о моей борьбе, и поэтому меня не убили вместе с остальными тюремщиками. Я впервые взял на руки свою дочь, твою маму, когда лагерь вокруг уже горел. Жители деревни приняли нас обоих, и даже поборов свои суеверия,
согласились помочь мне вызволить твою бабушку из долины. Да. Но оказалось, что она и была этим самым суеверием. Интересно, как они потом местные это все воспримут? Так, ладно, давайте сейчас здесь сейчас смотрим. Вот этот документ с водопадом мы забрали. Этот не, пока не в зоне доступа. Этот тоже вне зоны доступа. Я не буду про них забывать. Давайте пока смотреть, что у нас есть еще. Так. Вот здесь есть документ. И вот тут еще документ. Сейчас хоть... А я же вроде там все забирал, все эти документы. Почему? И вот здесь. Так. Давайте тогда мы сейчас проедемся. Не каждый же день нам удается возможность прокатиться на вот таком необычном средстве передвижения. А так хоть проедемся, заберем. Только все, что я могу забрать, я заберу. Все, что пока не могу забрать... Немного странно, конечно, как бы это ни звучало, но будем пытаться забирать. Смотрите, получается, что мы сейчас спустимся в долину. Приедем вот в эту зону. Вот здесь валяется документ. Как я его упустил, я не понимаю, я не представляю. Ну и ладно. Зато на домике... Бабы-яги поедем. Какая система подъемников? Вы посмотрите. Хотя вон там шестеренка не крутится. Хотя должна. Но так грамотно все сделано. И это все еще держится. Это гнилые веревки. Но все до сих пор работает. Но это достойно уважения. Во. Видите? Надо понять, куда... Так. Я лучше зайду пока внутрь. Главное, чтобы эта штука со мной не упала. Вот. А там внизу есть что... Кстати, там же еще и волчья шкура у нас. Черт, я только сейчас понял. А, нет, ее уже нет. Черт, и волчья шкура пропала. А, я и не мог достать, потому что она по другую сторону была. Так, стоп, погодите. Погодите. А как мне тогда туда проникнуть? Это что-то... Так, это что-то новенькое уже для меня. Так, а как мне здесь спуститься еще вопрос? А, вижу. Как спуститься здесь я вижу. Так, раз. Так, давайте мы сейчас сделаем себе вот этот трамплинчик туда, чтобы подняться. Ну вот более-менее. Но вот с этой головоломкой я особо-то не сходил с ума. Так, только она все равно слишком высоко, надо чуть пониже. Но как мне вон туда попасть, скажите мне?
Так, ясно, не дают. Так. Просто думал, может, получится, конечно, но... Нет, не судьба. Так, давай-ка, подключай ко мне это все дело. Так, вот. Готово. Вот почему там не было вот этого столба, который бы нам бы с вами помогал бы? Кстати, я вот это все и собирал. Это говорит о том, что ресурсы возрождаются. Вот смотрите, вот... Во! Я бы не узнал бы про это. Как раз, когда наш спасательный отряд готовился войти в долину, оттуда выбрался офицер. На его теле были следы пыток. Слишком хорошо нам знакомые. Во время восстания на них напала ведьма. Убила Серафиму и ее тюремщиков. Он рассказал нам о шагающем доме, о ее ужасном голосе, как в страшной сказке. На следующий день он умер. От Бабы-Яги никто не уходит живым. Я все равно хотел пойти в долину, чтобы похоронить твою бабушку, но после случившегося никто не согласился идти со мной. В деревне я научился быть хорошим человеком. Я жил ради ее памяти. Много работал. Но каждую ночь я во сне убивал ведьму. Я бы пошел туда еще много лет назад, но твоя мама умерла от лихорадки. Ради тебя я остался, Надя. Мне повезло. Я прожил хорошую жизнь, которой не заслужил. Близится новый бой, но он уже не мой. Если я хочу отомстить за Серафиму, я должен сделать это сейчас. Я иду убить ведьму и похоронить с миром твою бабушку. Я не вернусь обратно. Прости. Наконец-то хоть где-то длинный текст слышал. Так, ладно. С этим тоже разобрались. Прекрасно. Так, следующее. Вот где-то здесь в долине еще должен валяться. Вот прямо два документа у входа в пещеру. И волки ведь пропали, кстати. Вот это обидно. Столько шкуры было. Столько шкуры пропало. С другой стороны, мы, кстати, с вами... Вот читайте документы, мы прокачиваем русский язык. Прокачивая русский язык, мы тем самым позволяем Ларе открыть ту стеллу, которая позволит ей найти еще больше кладов византийских монет. Если клады будут большими, а я на это надеюсь, что они будут большими, мы сможем купить ей ремонтный набор, ну или как он там называется. Так, что, трехсосток, что ли, заблудился? Купив ей этот набор, она сможет сама производить лучшее оружие, улучшение и укрепление, которое мы и так можем делать. У нас просто уже запасы. У нас запасы огроменные. У нас запас настолько огроменный, что даже жуть. Как я пропустил это? Первый контакт с местным стариком состоялся в 7 утра. Мы сначала решили, что он участвовал в нападении, но он прошел дальше через ущелье, которого нет на карте. Мы получили разрешение следовать за ним на расстоянии и уже обнаружили руины и еще кое-что многообещающее. Мы стараемся сохранять спокойствие, но, похоже, мы напали на золотую жилу. Премия за находку уже, считай, наша. А, то есть премию получить по яйцам от Лары Крофт, пока вы будете подконтрольны у местной ведьмы? Ну, технически премия неплохая, не отрицаю. Заметьте, увидели, какой сейчас баг забавный был? Так, а здесь еще должен быть один документ, вот он. Где он? Он внизу? Но я же внизу все брал.
Стоп. Вот почему я не мог добраться до другого документа. Вот этот самый аварийный, он был где-то в другом месте, рядом, но в другом, внизу. Это, скорее всего, прямо было под храмом Будды. Вот там, где вот я, где портфель был. А вот это, видите? Ладно, был бы один элемент где-то, ну пусть так, типа. А это крючки для зацепа. Вот почему я не мог туда добраться. Я не могу до туда добраться. Потому что там лежит документ. Но без крючка с зацепом я не могу его получить. То есть, получается, мне надо было Бабу-Ягу. Даже не сейчас, а позже проходить-то. Спрашивается вопрос... Нет, в принципе, конечно, они... Как бы это объяснить? Они как бы, да, дали возможность, потому что у нас было бы уже все необходимое, чтобы ее чисто победить. Но это чисто победить ее. Не более, не менее. Извините, что... Просто я реально удивлен. Вот это многоходовочка. Так, ладно, так или иначе, давайте смотреть, что мы можем сделать. Сумка для виточных патронов. Вот это я сделаю. Так, по оружию. Так. И давайте быстрый переход. Про Бабу-Ягу забывать не будем. Но сейчас нам нужно с вами... Так. В базовый лагерь. Мы сейчас заедем в базовый лагерь с вами. Наконец-то загрузилось. Знаете, сколько грузилось? Три минуты. Три минуты. Так, ну ладно, идемте сюда. Здесь, насколько я помню, находится... О, это знакомый наш, что ли? Надеюсь на это. Привет. Привет. Многие из нас работали в шахтах красных. Даже когда мы прогнали врага, люди продолжали умирать от странной болезни. Привет. Привет. Колокольчиками и тотемами отмечены особые места по всей долине. Их оставили наши предки. Лучше держись от них подальше. Видела шахту у старой базы красных? Многие из наших погибли там. Осторожнее с бледными поганками, что растут в долине. Есть их нельзя, но яд из них получается отличный. Спасибо, спасибо за хороший совет. Ну, я к Стелле, конечно, сегодня. Лара не могла ее в прошлый раз перевести. Грамматика хромает, но, по-моему, речь о каком-то тайнике. Ну, давайте. Где первый? Я надеюсь, что в этот раз будет побольше монеток. Кстати, интересно... Надежда потом туда... Там останется еще? Изучать все это дело. Может, будем до времени тренировки захаживать? Было бы здорово, мне кажется. Семь. Ну... Это я даже... Тайником, боюсь, называть адекватно. Так, давайте я заодно заданица возьму.
Так уж и быть. Наверняка уж им подготовил нам. Лара, может, за у тебя это... есть минутка? Нужны твои таланты. А, есть? В чем проблема? Птица должна была принести отчет о передвижениях захватчиков. Нам жизненно важно оставаться на шаг впереди них. Но чертова птаха потерялась из-за радиовышки. Какие бы волны ни испускала эта дрянь, чувство направления у птицы она сбивает. Наш информатор убит. Нам нужно получить эти данные, чтобы его смерть не была напрасной. Я знаю, ты можешь выследить эту чертову ворону не хуже любого охотника. Сделаешь это. Да без вопросов. Все, что смогу. Буду очень признателен. То есть мне вот во всей вот этой зоне, да, искать? Ну ладно. Глядишь, найдется сама по дороге. Нет, это навряд ли она, конечно. А, стоп. Вот она как. Улетает, зараза, улетает. Может, хоть нож дадут. Сюда. Ну все, Лара, берем пистолет. Есть желающие еще поиграть с Ларой Крофт? Что, струсили? А, шкуру. У меня шкура даже полная. А птицы все еще там. Да зараза-то какая! Гребаная псина. Есть! А, я все поймал, что ли, уже? Так быстро. Ну я не готов был к такой скоростной. У меня даже. У меня всего полно. Ну ладно, может быть, он хоть сейчас мне. Кстати, а, ну, кстати, реально все восстанавливается. Забавно. Выполнили задание, поймали птицу. Сейчас зато сходим, заберем. Я наконец-то нашла твою птичку. Вот сообщение. Так, то, что надо. Пути снабжения, маршруты патрулей. Устроим засаду. Мы в долгу перед тобой, Лара. Все мы. Да, дульное сужение дробовика. Спасибо, конечно, за дуло обыкновенное. Только толку от этого ноль мне. Ладно, идем тогда сейчас мы туда. Заберем второй тайник. Мне сейчас даже хочется, знаете, вот все улучшения, которые я приобретал, продать и просто... Кто? Ага. Что убегаешь? Подождите. Не, она там.
Ладно, идемте наверх. Что остается? Мазут еще. Красота, конечно. Кому интересен мазут? Всем интересен мазут. Кто хочет копаться в мазуте? Никто не хочет копаться в мазуте. Так, давай, Лара, наверх. Это вот здесь должен быть заход. Только я не помню, с какой стороны он. Но он внутри, кстати. Тайник внутри. Тайник с монетами внутри находится. Вот это. Экзотическое просто животное. Это шкуры, материалы. Вот как ни крути. Польза хоть как, не актена, какая есть-то. Ну ладно. Давай сюда вот здесь полезем. Может, здесь заход будет хоть какой-то, я не знаю. А, точно, вот он. Он просто такой незаметный, что я про него уже и забыл. А здесь будет вход как раз-таки в пещерку, где и находится... Вот, видите? Мы сейчас с вами поднимемся наверх. Они вон там, вот, видите? Я уже их вижу. Самые монеты. Давай, Ларыч. Причем я же здесь проходил. Вот, знаете, ребят, немножко, конечно, подби... Ну, хотя, с другой стороны, это должен быть... Это понятно, что это тайник. Ты не должна, как говорится, видеть. Еще 7. Итого 63. Но это мало. Это... Даже меньше половины необходимой суммы. Несгораемый ящик. Пещера. Там какой-то несгораемый ящик, который, видимо, я не мог открыть. Аварийный тайник. Это территория уже за вот этой самой заводской зоны. Но нам пока туда сегодня не надо. На данный момент конкретно не надо. Здесь... все забрали. Тут тоже. Так. Получается, что у нас с вами тогда? Осталось еще вот парочка зон, парочка мест. Вот сюда бы сходить бы. Вон там у нас доступны еще задания. А, подождите. Этот сидит... Кстати, это же сидит в зоне отдыха волков, так ведь? Может быть, он мне сейчас подскажет, как, что и с чем тут едят. Давайте-ка задок взгляну на него. Там же мы же зачистили целую территорию для них. Посмотрим хоть, как они обустроились. Давай, Ларыч, заглянем в гости. Уверен, они там как-то обустроили себе же местечко. Так, где-то вот здесь должен быть проход. Во. А, у меня даже... У меня всего полно. Лара всеносная. Так, подождите. А где вход? А, вот. Нам сюда. Да, не оборудовали. А, ты вернулась. Это кстати. Да. Приветствую.
Красные бежали отсюда в спешке. В долине осталось много всякого хлама. Он может пригодиться. Олени сбиваются вместе под деревьями во время дождя. Удачное время для охоты, если не боишься вымокнуть. Используй завесы во время охоты. Их можно найти по всей долине. Завесы? Я готова помочь. Что нужно делать? Первым делом нужно узнать, сколько возможно, о захватчиках. Нужна любая информация. Отправляйся в старую тюрьму. Врать не буду, там опасно. Но информация того стоит. Так ты поможешь? Будет хороший контент на будущее, да. Отправлюсь, как только смогу. Буду ждать здесь. И спасибо. Что ж, давайте тогда пока. Я могу воспользоваться вашим костром? Конечно же, не могу. Кто я такой, чтобы пользоваться костром? Эх, жадины. Так. Ну, по сути-то, пройтись там не сложно, недолго. Сюда зайти, туда забежать, здесь посмотреть. Но это мы сделаем с вами в следующий раз, ребят. А пока что давайте на этом на сегодня закончим, потому что надо еще мне это все дело смонтировать. Так что, ребят, ставим лайк, пишем комментарий, если вам понравилось наше видео. Буду всем очень признателен, ребят. Комментарии рандомно я выбираю и зачитываю. Что ты узнала? Пока еще ничего, пока еще... но я продолжу поиски. Я пока еще ничего не сделал, я просто отложил на следующую серию. На завтрашний день буду записывать. Точнее, за... В общем, сейчас буду монтировать, потом сразу же загружать, чтобы у вас уже вести было все это дело. То есть, по сути, сегодня же свежачок, прямо свежий мясо и прочее. Так или иначе, ребят, надеюсь, что вам понравилось сегодняшнее прохождение. Лайк, комментарий, буду очень признателен. Также поделитесь с друзьями, тоже буду очень рад. Чем нас больше, тем веселее, а чем всем больше веселее... Чем дольше живем. Ну а с вами был Вескер, мисс Лара Крофт. Всем до скорой встречи, с вами пока. Берегите себя. Удачи!